что, ребят, всем привет, с вами Лего, это дед-локация, очень тяжелая, мазяка. Ну что, мы попытаемся ее пройти, я не знаю, получится у нас это или нет. И поэтому мы сейчас быстрее здесь сейчас все делаем, пытаемся. Там что, говорит, что-то там, говорит, в сарае, все дела. Здесь мы сейчас... он сейчас откроет дверь. Нет, не открыл дверь. И что, уйдет, наверное, да? Или нет? Не хочет уходить. Эй, шериф! Подожди, этот идет, падла, который гранатой кидаться. Этот что-то так и ходит, бегает. Он забагался, что ли? Может, его, их наверх отправить? Нет. Не стоит этого делать. Не стоит этого делать. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Вот это вот... Парня, мы... Не добирается. Вот так вот. Охренеть, все, он сейчас кидать будет. Давай, 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 давай! Фу, только нам нужно было в ту сторону идти. Ну ладно. Отлично, только его сейчас прибьют. На, держи! Ну что ж ты за падла-то такая, а? Ну-ка, все сдохнуть. Ты сюда. Этот пойдет? Нет, шериф. Но мы не прошли. Нам нужно вот туда попасть. Очень быстро все сделать и дойти до прыжков. Что нереалтосно. На, сразу в кочергу. У нас тут тоже живых не осталось. Тоже живых не осталось. Поехали заново. А, опять не получается, ребят. Ставим, ставим лайкосы. А из моей папиросы. Давай быстрее уже здесь бери эту штуку. Берем плювалку. Кстати, мы могли бы, знаете, как сделать все по-быстрому? Сейчас покажу, как мы могли все сделать тоже по-быстрому. Берем вот этого пацана. Алло. Ты что, больной? Ну, конечно, это болт. Это родной болт. Вот так вот. Ну чё там? Давай быстрее, 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 быстрее. Родной, иди сюда. Скорей! Прям по лицу попало. Ты должен вот это все сломать. И побежали туда. Все, шериф сейчас им что-нибудь расскажет, и они пойдут драться, да? Это сюда все ломаем по фасту. Сейчас шериф сюда заходит, и все, и хана, да? Да почему ты долбанный шериф? Как же ты заколебал? То шериф, то еще какой-нибудь, то еще что-нибудь. Ты вообще должен уходить в другое место. Давай сейчас попробуем тогда вот так вот, по-другому попробуем. Вот это вниз направим. Он такой, оп, испугался. Сюда ушли. Этого сожрали. Потом куда? Потом наверх ушли. Здесь сюда пришли. Здесь что у нас? А вот это плохо. Это очень плохо. Да куда ты... Воу-воу-воу. Чё там? Это сюда? Вот это сюда? Ну все, опять они сейчас будут открывать двери. И вот так вот прилетает по троим. Сейчас он пойдет открывать двери и убивать. Да на тебе по жопе. Опять не получилось. Подожди. Почему же ты не хочешь его убивать? А у нас не хватает уже, все. Почему это такой дикий уровень, а? Мне нужно как-то сыграть очень красиво. Очень красиво сыграть. Чтобы получилось.
Сейчас вот этот плювок берем. Причем очень срочно. Плевок сейчас взяли. Потом. Вот отсюда. Ну почему ты не идешь? То есть, что тебе там мешает-то? Ты кидаешь вот в этого. Подожди, это сюда. Это так вот. О, все очень плохо. Опять. Все очень плохо. Опять. А знаете почему? А потому что вот этот вот пацан должен стрельнуть и попасть. Подожди. Вот это ломаем. На, прилетает тебе, да? Стой. Вот этого сюда. Да нет же, ж убила. А тут этот, да? Может его в этого превратим? Чтобы быстрее было. Жалко, там поверху не получилось. Эти пока ходят, вроде все нормально. Этот сейчас падает. Да нет, ну что ты будешь делать? Ты будешь умирать или нет? Почему ты не хочешь умирать? Это так раздражает, когда ты не хочешь умирать. Это реально раздражает. Он сейчас будет нас с лестницы убивать. Если мы сейчас прыжок этот возьмем. Так. Ясно. Вот этот мудак портит всю картину всегда. Просто всегда портит картину. Этот шериф поганый. Давай быстрее плювок берем. Плювок берем. Плювок берем. Давай. Потом мы фастиком делаем так. Стреляем. Вот в этого. Прилетает в этого. Этот его загрызет, нет. Но почему он не хочет его загрызать? Так, подожди. Вот этот сюда. Потом вот этот вот сюда. Это мы все ломаем. Вот так вот. Не могу попасть. Да ни в кого ты стреляешь-то. Подожди. Этот в этого. И вот так вот еще. И вот так вот. Все нормально. Ломай дом. Ломай вот эту, ломай вот эту. Это наверх, это сюда. Все, поехало. Подожди. Ты у нас налево будешь говорить. Эти наконец-таки получаются все. Все нормально. Этот туда-сюда ходит. Тоже сойдет. Теперь. Вот этот сюда. Прыгулю вот сюда. Куда ты его выкинул-то? Ты что делаешь-то? Ё-моё. Ты прикалываешься, что ли? Куда ты их всех навыкидывал-то? Сука.
Вот сюда вот, пожалуйста. Только что все получилось. И он их куда-то навыкидывал, непонятно куда. Так, хорошо. Да ты мудак какой-то, просто мудак. Вот сюда вот так, вот этот сюда, у меня бомбить. Бомбить у меня начинается. Вау, ты это сделал. А у меня уже 35 выживших не получится. Заразите поселение, убив 35 человек. Угу. Итого у меня 10 уже есть. Вот этого сюда. Все, пускай они здесь кружатся. Хорошо. Вот этого, главное, урода не убить. К сожалению. Потому что ему... ему просто наплевать. Смотрите, ему стреляю. Тынч. Ему просто по барабану. Зато я истратил все. Все эти истратил. Штуки. Ну давай, теперь... теперь тебя... в эту сторону. Но нет же, нет же. Все, не хватило. Слишком много под, растратил всех. Вроде ты наубивал. Вроде ты наубивал. А толку нифига. Вот здесь можно взрывать всех, конечно. Интересно. Ну нет, нет. Тебя заражаем. Идешь ты вниз. Без плевка здесь вообще никак. Здесь просто без плювка не выиграть. Последние уровни просто нереальные какие-то. Ну давай. Плювок мы делаем. Хорошо. Ты у нас плюешь. Вот в этого пацана. Вы потом наверх идете или куда? Вот в чем вопрос. Вы сюда. Ага, он их просто тупо убивает. Ты... убиваешь этого. Это хорошо. Ты убиваешь вот этого. Ты убиваешь вот этого. Этих пока не трогаем. Уродцев. Это ломается все. Подожди. Вот это спасается. И вот это тоже спасается. Все, здесь пока все ровно. Только быстрее, надо быстрее. Да, все нормально. Можно, конечно, вот этого взять. Чтобы он быстрее все делал. Эти пока... все пока нормально с этими. И этот нас не трогает. Этот наверх идет. Этот ломаем. Прыжок забираем. Эти двое тоже спаслись хоть как-то. Одна вниз, вниз побежала. Это не совсем хорошо. Так, хорошо. А если у нас сейчас прыжок есть, что делать? Подожди. А, ты у нас сюда. И вот сюда. Вот это ломай. Подожди. Что мы делаем? А если мы... надо быстрее. Не получилось. Ах ты, падла. Не успел, что ли, их? Зачем фанить? Так, этот пока... утихомирься. Пока сюда. Подожди, а ты у нас вот сюда. Сейчас нужно здесь быстрее плавать. Не нужно было мне делать. Мне нужно было его наверх подпрыгнуть. И здесь их тоже влево-вправо. Но немножко тупанул. Это сюда? Что там, мои не погибли еще, пацаны? Нет, не погибли. Все нормально, их сюда закидывают. Все, это все сделали, это все сделали. Вот этот уже не нужен. Хотя фиг знает, можно было и оставить. 13 есть у нас чуваков, да? Давай, ты у нас делаешь так. Что ты сделал? Ох, я его убил нечаянно. Вот сюда вот.
Надо всех выкидывать. Так. И, наверное, пока вот так вот. Все. Плювки. Сейчас работают плювки. Но если мы этого плюванем... Так. Так, 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 давай. Один раз попали в него. Сейчас бы еще попасть. Давай. Все, отлично. Отличненько. Мутировались. Это хорошо. Итого у нас 16. Что мы делаем дальше? Как быть с пилой-то? Фишка-то в том, что пила меня запилит. Вот в чем фишка. Ну, здесь мы побьем их всех, ладно. Это не проблема, как бы. А с пилами что делать? Потом что? Подожди. У нас еще есть один вопрос нерешенный. А выглядит он вот так вот? Он не в ту сторону пойдет сейчас, да? Куда пойдешь? Направо пойдешь? Пожалуйста, иди направо. Отлично. Просто молоток. Ты пойдешь направо. Это очень хорошо, что ты пошел направо. О, поедаем, набираем вот эти штуки. И делаем здесь... И делаем здесь... Вот такую вот штуку. Вот так вот и направо. Все. Дальше поехали. Даже если мы здесь попадем вот в солдата. Здесь такая же история. Нужно попасть в солдата. Тут уже нужны будут взрывы. Всякие подставы. Можно будет здесь пойти. Здоровяк нам нужен же еще. Ладно, у нас еще есть плювки. Там здоровяк. Сейчас главное не тупануть. Вот эту бомбочку мы берем. Сейчас этот уходит. Подожди. Ты у нас в роли плювка. Вот так вот делаешь. Подожди. Нам нужно от кого-то избавиться. А от кого? Вот от этого? И от этого, да? Делаем еще один плювок. Плювок. А что случилось? Он их завалил, что ли? Так, шапочка сейчас пройдет. Блин, они заразились с теми двумя. Это плохо. Шапочка уходит. Тут нужно будет делать два выстрела. Бензопилы ходят. 19, 20, да, подожди. А у нас, по ходу дела, мы сейчас проиграли, все. Мы уже не выиграем этот уровень. Слишком я многих перебил. Так. Этот стреляем. Этот стреляем. И что делаем? Вот в чем весь прикол. Сейчас мы вниз уходим, а красная шапочка идет. А красная шапочка идет. И что делать? Здесь-то мы постреляли. Я знаю, что мы делаем. Мы делаем большой бодабум. Нет! Не такой большой бодабум. Я немного по-другому. 20, ну все, мы не прошли. 33 же уже. А надо, чтобы 35 было. Большой бодабум, ты говоришь. Большой бодабум. Ну что, вот этого убираем тогда? Ну сейчас посмотрим. Если всех убьем, может быть, прокатят. Здесь что, вот этих убиваем? Делаем здоровяка. И поехали. А кто его потом взрывать будет?
Чё, поехали? Со здоровяком вместе? А эти докуда доходят? Эти до сюда доходят только, да? Бензопилы мы со взрывами спокойно убьем. Они только взрывчаткой умирают, гады такие. Поехали. Тихо. Чуть фейл не был. А вот сейчас был фейл. Огромный причем фейл. Одного-то сбрило. Нам нужен взрыв. Там красная шапочка идет. Нет, там никакая красная шапочка не идет. Сейчас мы идем сюда. Жалко, я не вижу его хп. Вот это ломаем, вот это ломаем. Вот это проблема, конечно. 12, у меня даже нет столько. И 10 у меня нету. Иди сюда. Эти наверх уходят. Потом наверх. Подожди. Родной, ты куда их повел-то? Ты не будешь, надеюсь, забираться? Не будешь, это хорошо. Это очень радует. Подожди. Ломаем. Иди сюда. Все, что ли? Заканчиваем нахрен этот уровень. О, убито людей 36. Фу, ребят, это просто нереально тяжелый левел. И что, не все такие будут сейчас нереально тяжелые, да? Кажется, мы опоздали на встречу с новыми друзьями. Охренеть. Давайте все осмотрим, может там еще что-то интересное. Чичик-чичик. Чичик-чичик. Вот она их там кромсает. Отбивайте атаку людей в течение 4 минут. Черная пятница. Отбивайте атаку в течение 4 минут. Ты больной, что ли, совсем? В смысле, это просто непонятно. Как это так вообще? Это вообще законно? Нет. А ты чё? От кого отбивать-то? Дан-дан. Я даже вообще ничего не понимаю, что делать. То есть мы захватили эту территорию. Здесь не прыгаем, пожалуйста. Здесь, пожалуйста, вот сюда. Здесь, пожалуйста, так. Можно, конечно, этих сюда... Подожди. Пошло дело, да? Побежали. Вот это отстрел. Вот это отстрел. Ах ты, гад! Иди сюда. Ты что творишь? Охренела, что ли, совсем? На тебе еще. Еще ты... Так, погнали вниз. Там двойной этот. Давай, побежали. Почесали. Тихо. Так. Побежали. Отлично. Стой, подожди, а что у нас в левом углу? У нас в левом углу вообще... О-о-о, ясно. И как ты тут 4 минуты... Ну это нереально вообще, это жопа. Как ты будешь здесь что-то делать 4 минуты? Последние зомби остались. Ну-ка. Ага, конечно. Да его сразу размансовывают. Ага. Это называется удачи. В следующей жизни, может, говорит, получится... Но нет, это я уже не пройду. Это просто нереально.
это нереалтосно просто. Здесь давай вставай. Здесь помирай. Здесь сюда води. Ё-моё. Там просто до свидания. Побежали. 4 минуты, минуту 47. Минуту 47 только прошло. Давай встаем. 2 минуты осталось. Господи, это просто жесть. Это так. Здесь наоборот надо как-то выжить. Быстрее бежим. Ой. Ой, да это нереально. Все, GG. Давайте еще раз попробуем. Отбивайте атаку людей в течение 4 минут. Вы серьезно? В течение 4 минут. Круто ты придумал, чувак. Так, ты сюда? Подожди. Как-то на... Здесь как-то нужно по тактике работать. Как, я не знаю. Тех, если я наверх скину, отличный деф будет. А здесь что, если наделаю? Здесь сразу убивает. Вот в чем вся проблема. Здесь как-то вот сюда надо и закидывать их туда. На старте пытаться держать. Так. Давай-ка ты сюда. Потом ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Подожди, а там в правом углу что? Там уже все, жопа пошла. О, там уже пошло. Дело. Ты сюда. Этого сожрать. Дальше поехали. Ага. Ты вот так вот. И побежали. Так, побежали дальше. Подожди. Ну. Здесь будет большой бадабум. Подожди. Ты у нас закидываешь. Вот сюда. И вот сюда. Что там справа вообще творится? Там уже всех убило, да? Так, подожди. Ты у нас сюда. Хорошо. Подожди, подожди. Там сейчас накидывалка идет. 34 секунды. Что-то потихо, и у меня голова стала соображать. Так, подожди. Ты сюда. Теперь. Ты вот сюда и вот сюда. Так, так. Отлично. Рвануло. Отлично. Рвануло. Да не попал же. Так. Подожди, что там справа творится? Здесь минуту как-то прожили. Тут что? Тут пока непонятно все, и все очень плохо становится. Эти убегаем отсюда. Подожди. Подожди. Чё ж делать-то? Так. Так. И вот так вот. Да нет! Господи.
Ну что же ты, как болван-то? Подожди, там снайпер откуда-то появился. Она не может. И здесь снайпер появился, да? Хорошо. Давай, 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 давай. Развалило нахрен. Здесь что у нас? Так. Здесь пока все ровно. А вот там не ровно. Минуту 35. Пожалуйста, бежим, а. Вот сейчас надо взрываться. Вот так вот. Давай. Сейчас рванем. Отлично. А чё, никто не встает? Подожди-ка. Мы чё, как-то живем, что ли? Опять очередным багом? Ой-ой-ой-ой. Ё-моё! Вот это плохо. Вот сука. Ага, конечно. Уродские снайперы. 2 минуты. Все равно здесь больше 2 минут, но никак. Так. Попробуем сделать так. Ну что такая хитрая-то, овца? Ну смотри, что творит. Закидывают этими, ни хрена себе. Нет, здесь уже все. Здесь уже потери-потерь. Здесь просто нереально. Я не знаю, как тут проходить. 3 минуты. Все. До 3 минут я еле-еле дохожу. 3 минуты. Но вот эту минуту хренотень-то не выдержит. Все, сейчас ей будет прилетать. Тут нигде не спастись. Нигде. Или что, или спасемся. Молимся только. Сейчас он пойдет наверх по лестницам и все. Дожди. 3.25, не смог. Да ну нафиг. 3.40. Три 54. Уровень пройден. Черная пятница. Ёперный театр. Ну что, ребят, с вами был Лего. Не забываем подписываться на канал. Всем пока-пока.